Сражаемся за честь.
isn't always worth your money out. Я пытался придать ему эпичности. Помолчи, пожалуйста. Что с тобой сегодня? Будь у него шея, я бы его повесил. Это принадлежало самому королю Артуру. Легенда гласит, что однажды будет избран самый последний рыцарь. И начнется сражение за спасение мира. Судя по всему, мистер Кейт, последний рыцарь — это вы. Что? Он пролетел через всю вселенную, чтобы найти меня? Я тут искал не конкретно вас, изобретателя-неудачника из Техаса. Боже упаси. Хватит! Что? Если ты не перестанешь, я отправлю тебя на Кибертрон в крошечном гробу. Ой, как страшно. Я вам не неудачник. Нет, он имел в виду рыцарские качества, мистер Кейтс. Мисс Вивиан, на качество рыцаря, если вас не затруднит. Да, это чистота сердца, отвага, честь, доблесть и честность. Этого полно. И самое главное, он целомудрен. Мудрый? Будь я мудрым, хрен бы я сел с этим парнем в самолет. Целомудрен. Целомудрен. Целом. Целебат. Да, я знаю, пошутил просто. Я в курсе, как это пишется и что это такое. Ну, конечно же. Ни с кем не спали, мистер Кейт. Это было давно. Насколько давно? Неделю, месяц, год? Это не ваше дело. Мы должны знать ответ. Давно. Ха. Хм. Ха? Что это, очередная английская фишка? Нет-нет, просто любопытно. Ну, а может быть, я берегу себя? Для чего бережете? Для старости? Закройте свой рот, дамочка. Что это? Какая-то карта? Это стол с Кибертрона. Загадка, над которой я бьюсь уже довольно долго. Всю свою жизнь. И о чем говорят эти глифы? Они на древнекибертронианском. Мантра, прошептанная через космос. Сеглас Нитондей. Подождите. Я это уже слышал. Рыцарь на корабле. Что это значит? До последнего вздоха. Защищай посох. Это уже слышно. У них есть свое имя для него, у нас свое. Посох Мерлина. Переданный ему пришельцами, смешанный с его ДНК, чтобы только у него был ключ к его инопланетной силе. Или, как говорили в прежние времена, магии. Посох был похоронен вместе с телом Мерлина. Тысячу лет мы скрывали его. Если бы он попал не в те руки, тогда бы все, что мы любим, было бы незамедлительно разрушено. 12 стражей рыцарей объединились в могучего дракона, чтобы защищать его. Но сейчас он в огромной опасности. Мегатрон. Он охотился за этим. Значит, нас ждет битва. Поэтому они спускаются на землю. Мы должны заявить право на посох, пока не поздно. Стойте, что мы должны? Только прямому потомку самого Мерлина. Подвластен этот инструмент абсолютной силы. И вы, мисс Вивиан, последний потомок Мерлина на Земле, и таким образом наша последняя надежда. Подождите, давайте еще раз. Я родственница волшебника Мерлина. Вы шокированы? Да. Только вы знаете местонахождение посоха. Вам передал его ваш отец. Он должен был оставить зацепку, не так ли? Вы уверены? По глазам видно, что она не знает, где этот посох. Единственное, что мне осталось от моего отца, это приказ не лезть в его исследование. Два мира сталкиваются, выживет только один. Это ваши слова. Только время лекции прошло. Вы были рождены для этого. Их мир в данный момент направляется к нам. И только вы стоите у него на пути. Лучше перейти этот посох. Сейчас же! СЛД окружить замок, заблокировать выходы. Отвези меня в Лондон. Отвлекающая машина готова. Разрешите. Я разберусь с ними. Увози нас, Пит. Вперед, парни, вперед. Уезжайте отсюда. Я вас прикрою. Кипятком, да, малыш? Сюда, сюда,
Тише, что у вас? Ты сама себя выдай. Всем привет, это Кейт. Кейт, это моя семья. Здравствуйте. Здравствуйте. Кейт. Я очень рада. У вас есть подвал? Руки как старый крепкий клен. Какой мускулист. Не трогайте его. Я пойду переоденусь. Мне позвонил очень раздраженный уборщик из библиотеки Тринити. Вы где? Мы попали в небольшой переплет. Никаких игр со мной в этот раз. Я уже теряю терпение. Местонахождение посоха? Что это значит? Что вы ищете? Типа карты или письма или книги? Что? Охренеть! Да на это уйдет целый год. Я не знаю, где это посох. А может быть, в этой лошадке? Засунул ее внутрь, парни способны на такие глупости. Что там происходит? Должно быть особенным. Вы, сэр, не такой. Примите меня в клуб, и я скажу вам. Прямо здесь, сейчас. По телефону? Это абсолютное варварство. По телефону! Жив, англичанин! Как 12-й граф Фолвилл, властью данной мне его величеством королем Артуром и его лигой рыцарей круглого стола, я предоставляю вам, Сеймур Рутвард Симмонс, право вхождения. Прием, а не вхождение. Не пытайтесь обдурить меня. Хватит. Быстро. Говорите мне. Сейчас же. Закрытись! Сами тихо! Да что с вами? Шестой стеллаж, Рэпли, поторопитесь! Там растворяющаяся мошонка! Скорее! Иду! Вы меня совсем запутали! Живее, старик! Ну давайте! Ты ведь обещал! Бери свою блядь задницу и погнали на пляж! Секунду, я работаю, ясно? 5 минут, обещаю! Ты всегда говоришь 5 минут, это значит нет! Ты пока сходи за Родриго и Хулио и начинайте игру! Родриго, красиво! Я приду через 10 минут, ладно? Давай! Не отвлекай меня! Так вот, с древних времен известно, когда наступит конец. Есть Кибертрон, а есть Земля. Вот только называлась она не Земля, а как-то иначе. Одна планета высосит другую. Гигантский суккуб. Останется только один из них. Ух ты! Земля — это Юникрон. Однажды его рога вознесутся, чтобы сразиться с безумной богиней Квинтессой. Она покончит с нашей планетой, чтобы возродить свою. Поехали быстрее. Не могут. Корбан, гони. Вот так. Где это место? Я только что сбросил вам. Рога — ключ к разгадке. Почему они так беспорядочно разбросаны по всей планете? Отвечу. Время и мать природа растащили их в стороны. Это Пангея. Суперконтинент. Той же формы, что и на круглом столе. Взгляните, Фолджерс, что в самом центре этого идеального круга? Гениально! Это Стоунхендж. Одна из самых больших загадок в истории. Никто не понимал его предназначения. Никто, кроме меня. Вот мир начинается. Теперь все в ваших руках. Действуйте. Я все уважу, брат Симмонс. Не бойтесь. У меня никогда не было брата. Было приятно. Пора на пляж. Готов? У-ху! Вивиана последовала за Мерлина. Что это значит? Мой потайный шкаф. Так, ладно. Вивиана последовала за Мерлин. Только Мерлин умел обращаться с волшебным посохом. Мерлин и маленькие девочки. Музей Бонавес. Вот где хранится посох. Он был у меня перед глазами. Сдаемся. Милорд, СЛД у нас на хвосте.
Почему ты припарковал отвлекающую машину так далеко? Вы такой бедный! Не даешь схватить нас. В этом я смерть, милорд. Психопатом, и не надейтесь, я предпочитаю социопат. Мистер Кейт, все, что вы делали в своей жизни, ваша боль и страдания, потеря жены, разлука с дочерью, ваши финансовые трудности, так вот все это готовило вас к этому моменту. Хорош болтать. Да, вы правы. Моя дорогая, ваш отец оставил Элайнс вам, и только вам. Подлодка знает путь к посуху. Удачи вам обоим. Это будет не самое странное за сегодня. Старушка еще дышит.
Лорка спрыгнула с места стоянки. Они в трансформере. Ну-ка, дай-ка мне спину. Нет, я смотрю. Дай мне подвинься. Отвали, не мешай мне. Это вода? Неужели, Шерлок? Естественно, это вода. Ты знаешь, как управлять этой посудиной, да? Потому что он сказал, что ты здесь командуешь. Дай мне, дай мне. Смей меня трогать. Берегись. Сказал, отстань. Что происходит на корабле, остается на корабле. Что делай? Я тебе... Скорее. Направляется в открытое море прямо к ударной группе. Идем на перерез, остановим их. Используем все, что есть. Свяжитесь с центром. Пусть все наши колонки соберут все это прочее. Кэ сучанин мараги. 고대 인만이 거니는 곳이. 네플레는 엄청난 능력을 지닌 고대 인간이에요. 전설에선 그 사원 근처에서 끔찍한 전투가 벌어졌고 그때 죽은 영웅들이 아직도 서로 싸운다. 세상에 네가 있을 자리는 없다. 거기 당신 도와주시오. 저들이 내 친구를 죽이려하. 무언가 하지 않아 모든 놈들이 내 친구를 죽일 거야. 이
돌박 좀 풀어주고 무슨 일인지 직접 보시오. 당신 친구라는 자식. 아샤는 그냥 농부의 딸일 뿐이에요. 그런데 아샤에게 고속들이 참는 눈물이 있어. 그냥 눈물을 내라. 사랑하는 그 이가 날 구해줄 거야. Спасибо. Меня зовут сэр Эдмунд Бёртон. Я из РВМС, член Ордена Уитиканцев. Хранитель истории. Саша를 놓아주고 눈물을 돌려주고 건달이 하는 말을 정말로 믿나? 저 멍청한 놈. 내가 죽였어. 내가 불가능해. 이번엔 도망치지 못한다. 자크로이진 도둑 조합원들이 너희 찾아내고 말테니 Миру придет конец, и я знаю, где и когда. 자기, 여기 유물이에요. 부탁한 대로 숨겨두었어요. 아버지께서 우리를 자꾸 의심하시는데 일단 결혼하면 괜찮을 거예요. 그럴 날도 멀지 않겠죠? 물론이지. 얼른 자리 잡고 조용하게 살짝 반도 갈고 새끼 아니 아이도 키우면 말이야. 그런데 먼저 이 유물을 받아야 하거든. 그래서 뭐? 나와 함께 가겠단 말입니다. 아, 물론이요. 시장 근처에 바삭해 보이는 친구로. 자자자 앞장서시오. 잠깐. 자자. 세상. 왜 진짜 몰랐지? 하지만 결국 잘 된 것 같소. 뭐 당신도 도움이 필요한 듯 하군요. 나도 이 죽기보다 싫으니까. 어쩔 생각이지. 약혼? 내가 결혼이나 할 사람으로 보이요? 어쨌든 난 넌이라. 고소에는 알라릭과 이 상황에 대해서 안 좋게 적혀있다. 따라오세요.
지나가서 다리를 올려주고. 마음에 들지 않습니다. 꼭 일이 지나가야 하고. 이 일이 끝나면 어딘가 잃어버리는 수도 있겠죠. 살아남는 것입니다. 혹시 일이 필요해지시면 제가 마련해드릴까요? 이들은 알라리코 함께 인자들인가? 아닙니다. 이들의 세계 전혀 다릅니다. 놈들을 물리쳤어요. Нашел нам корабль.